С мая, согласно указу президента России, семьи с невысоким доходом, воспитывающие детей от 8 до 17 лет, получают ежемесячную денежную выплату. Кому положено новое пособие и скольким оно уже назначено в Чувашии, рассказали в Пенсионном фонде. Первые заявления от родителей Пенсионный фонд стал принимать в мае после подписания соответствующих указов. Сама же новая мера государственной поддержки действует с апреля. Она адресована семьям, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. На сегодня в республике это 10 756 рублей. Также для получения пособия предусмотрено еще одно важное условие, так называемый имущественный критерий, согласно которому объем собственности семьи должен соответствовать определенным требованиям. Специалисты подчеркивают, при проведении комплексной оценки нуждаемости в расчет берется сумма дохода семьи до вычета налогов. И если все критерии совпадают, выплаты положены уже с апреля. На сегодня по майским заявлениям выплаты уже перечислили за апрель и за май. А пособие за июнь поступит по истечению месяца, в июле и так далее. На сегодня мы уже назначили выплаты на более чем 29 тысяч детей. Сразу же мы осуществляем выплату. Первая выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней после установления выплаты. И на сегодня мы направили уже семьям с этими детьми более 450 миллионов рублей.